Началось совещание по подведению итогов с награждения отличившихся сотрудников. Лучшие получили нагрудные знаки, медали и грамоты. Подполковник в отставке, руководитель отдела по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации города Сергей Шаглеев решением Президиума Российского совета ветеранов внутренних дел был награжден орденом за заслуги. Некоторым в торжественной обстановке присвоили новое звание. Затем перешли к официальной части. Основной доклад был посвящен итогам работы за прошедший год. И здесь было о чем рассказать. Результаты практически по всем направлениям положительные. Результат наблюдается тенденция к снижению отдельных видов преступлений. На 50% факт общения тяжкого вреда здоровья с смертельным исходом. На 27% грабежей, в том числе на 42% совершенных в общественных местах. Также на совещании обсудили задачи на этот год. Одна из главных проблем – ситуация с безопасностью на дорогах. Количество ДТП выросло, и здесь необходимо принимать самые неотложные меры. Причем работа должна быть межведомственной. Только так можно решить этот вопрос. В этом году нам необходимо разработать комплекс мер по линии безопасности дорожного движения совместно с администрацией, совместно с управлением ГАИ края, соответственно, Росавтодором. Нам нужно их реализовать. Анапа развивается, количество населения с каждым годом растет. Только сейчас на территории курорта зарегистрировано более 200 тысяч жителей. А в сезон в наш город приезжает порядка 5 миллионов человек. Один из проблемных вопросов, который поднял глава Анапы – борьба с контрафактным алкоголем. Только в минувшем году, благодаря совместным рейдам полиции и администрации города, было изъято 64 тонны незаконного спиртного. Но эту работу, по словам Юрия Полякова, необходимо усилить. Главная задача – обеспечить не только комфортное, но и безопасное пребывание гостей и жителей на территории курорта. Зная о коллективе, зная возможности Андрея Александровича, его уволю к работе, я верю в то, что в 2020 году мы вернемся на первое место. Ника Постенс, Михаил Попов, Анапа регион.